Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Call of Duty, вторую часть. Командор Мейсон, сержант Уотсон. Все в порядке, парень. Все в порядке. Где тебя носило? Я уже думал, ты не выкарабкаешься. Какого хрена я там делал? Мертвые не страдают. Это привилегии живых. Сейчас окажется, что он мой батя. У него есть на тебя планы, парень. Он ждал этого 30 лет, и он рассчитывает на то, что ты будешь его искать. Постой-ка. Фрэнк, ты что-то знаешь? Помнишь тот кулон? Сразу после твоего звонка вчера. Он исчез. Думаешь, у него вдруг отросли ноги, и он сам ушел? Этот человек... знает все, знает каждый твой будущий шаг. Он истребит 20-30 миллионов людей. За его сестру. Как будто это ее вернет. Он убил моего отца, чтобы отомстить тебе. С этим типом все не так просто. Говори, что за херь случилось в Панаме? Ну вот такая вот. Рассказывай давай. Я был уверен, что мы взяли его в Никарагуа. Через год он объявился в Панаме с этим дерьмовым Нарьегой. Для ЦРУ это была последняя капля. От Буша поступил приказ приступить к перехвату. И мы с твоим отцом... Буш. ...справились. Хреново вышло. Ну, такой вот у них Буш. Давай посмотрим. Это что, как дело было? Идем встретиться с Мейсоном и Макнайтом. Мейсон. Вот. Рад тебя видеть, Фрэнк. Ну пошли давай. Дверь закрой. Так. Обходим сзади. Блин, она в бешенстве. Ай-яй-яй. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. Открывай дверь. Давай, Фрэнк. Блин. Привет, ребят. Привет, Магнай. А мне пиво? Да, спортивная сумка в сарае. Мне не дал, да? Тварь такая. Ты еще друг называешься? Пошел ты нахрен. Жена твоя явно недовольна. Ты ведь не говорил ей о вторжении, правда? Нет. Но, похоже, я у нас один такой. Она узнала об этом от жены Джейкоба. И Стива, и Билла. Представляешь, что она обо мне подумала? И почему мы не можем просто убить его нахрен, после всего, что он устроил в Никарагуа? Да. Командование достали его интриги, но он нужен им живым. Наркота. Не нравится мне это. Ладно. Мануэль Нарьега. Отныне известный как объект Лжепророк. Это стандартная операция очернения. Уничтожить его репутацию и снизить вероятность восстания в его честь. Вторжение отвлечет внимание, а мы будем действовать с ВМФ. Значит, все готово. Ага. Идем, я вас провожу. Спасибо за пиво, Макнайт. Так. За пиво. Мне это он не дал. Тебе падла. Просмотрел твои старые дела. Спасибо. А что за хрень с цифрами? Русские правда тебе мозги промыли? Они очень старались. Зашли с одной стороны, вышли с другой стороны. Что за идиотизм? А? На. Просто дети магнать, они того не стоят. Банки по башке. Добро пожаловать в Панаму. Что написано, понятия не имею. Подготовка нормальная. Десантировались чисто, шлюпки никто не заметил. Единственное, что не вписывалось, так это Хадсон, который всем командовал по рации. Сразу предчувствие было, терзало изнутри, но я не обратил внимания. Хадсон, это Мейсон. Бомбежка началась раньше времени. Ничего не хочешь нам сказать? 10 секунд. Хадсон, как слышишь? А он сдал нас, вот он всех издает.
Вот он всех издает, падла. Так. Макнайт, Мейсон, мы вошли. Группа спецназа захватит аэродром и штаб панамских сил обороны, чтобы помешать лжепророку сбежать. Я буду вести наблюдение создания 12 за пределами боевой зоны. Хадсон не бросил этот план? Но мне он об этом не говорил. Удачи, Мейсон. Конец связи. Вали их, Вудс. А карта очень похожа, кто он там, на Battlefield. Ты собираешься обосраться, заготовь бумажку. Тихо. Я не понял, а в тебя стреляют, ты чё, падла? Так. Кто там еще остался? Стоит, смотрит на меня. Что стоишь, смотришь? Вперед, в атаку. Мейсон, это Макнайт. Я на позиции на здании 12. Ты на меня надеешься, на одного? По всему аэродрому. Вольф идет прямо в скрыть. Я пытался их. А обязательно. Связью проблемы. Уже идем. Давай. Столько открывашек у меня всяких разных. Так, и что это такое? Граната Соловей. Нужно занять высоту. Группа Гольф, это Мейсон, готов помочь. Прекратите огонь, когда мы уйдем с крыши. Так. Блин, все еще проблемы со средствами. Берегись, слева! Я тебя прикрою. Давай, все равно. Сосредоточься на помощи. Да. Группа Гольф, говорит Мейсон. На крыше все чисто. Не стреляйте, мы выходим из люка. Где вы? Давай. ПСО, прямо под нами. Давай. На. Это наши. А где враги? На. Получи, козел. Так, я обязан что-то вскрыть. Это мы выйдем или что? Или я что-то опять фишку какую-то получу? Вау. Костюмчик. Специально защищает от взрыва. Вот. Вот это мне нравится. Следовать. Следую. Давай. Мы бежим. Чё у меня? А, у меня проблемы. Тихо. Твою мать, враги, дом напротив. Спокойно, нет. Где вы? Так. Патронов нет. Где тела погибших?
Вот это патроны есть, а это патроны есть. Ну и нормально. Мейсон, это Хадсон. Кто где? Точные данные о местоположении объекта лжепророк. Ни одного. Аделина, номер 225. Захватить его. Ни одного подствольника мне не попалось. Ой. Бежим. Вижу объект. Группа неприятелей рядом с отелем. Предоставь. Никто из вас по возможности не уйдет. Список задания обновлен. Да будет так. Бежим, стоять. Кого-то тут хреначили. Плохо. За мной. Давай. Ну давай. Готов, Вуд? Да, я всегда готов. На. Взять его. Только дай причину отстрелить тебе башку. Ух ты. Ты что делаешь? Слежу за твоей репутацией. Не такой был уговор. А какой? Своему командиру. А какой был уговор? Пусти задницу в кресло. Так, вали ее, падла. Хадсон, это Мейсон. Продолжай, Мейсон. Лжепророк захвачен, эвакуируемся. Запрещаю. Жди нового приказа. Объект лжепророк обладает данными об основной цели Nexus. Проводи его как ценный груз в указанный пункт для обмена пленниками. Подробности позже. Задницу такой ценный груз. Подозрительно. Нексус? Кто может быть важнее этого козла? Мне это тоже не нравится, но пора с этим покончить. Подозрительно. Много времени теряю. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Долбаный Кравченко, помнишь, что он сказал в Афганистане? Что-то неладное тут творится, Вуз. Что-то неладно. Задание – простой захват. А потом влез этот сраный Хадсон по рации и сказал, что Нарьега не наша цель. Он нужен для обмена. На другого пленного. И в тот самый момент я, блин, должен был догадаться. Уже тогда должен был. Твою мать, что со мной такое? Какого хера? Фрэнк. Как я тебя понимаю? Сраный Хадсон. Надо было его во Вьетнаме пристрелить. Ну, надо было. Так. Вытаскиваем. Они обдолбаны по самой уши. Вали их. Я сойду с мусором. Ну давайте, долбанаты упоротые. Противник, что ли? Я не понял. Не стреляй в своих, так я вроде в своих и не стрелял. Блин, вот это-то можно проигрыш-то было и убрать. Я займусь мусором. Давай. Противник! Мейсон. Нормально. Все еще у тебя? Так точно. Отправляйся к армейскому контрольному пункту за трущобами. Тебе сообщат, где произойдет обмен пленниками. Так. Я должен вести вас, я так понимаю. Давайте. Зона боевых действий. Прошлого не изменить. Я вправе защищаться. Только попробуй. Дайте мне оружие. Дай ему, чего он просит, Мейсон. Это приказ. Конец связи. Зараза. Зря. Ты что делаешь? Просил оружие. О патронах ты ничего не говорил. Для всех нас лучше, чтобы тебя никто не узнал. Пошел. Я бы ему даже этого не давал. Мало ли он подберет чего. Позицию. Я прослежу за Нарьегой.
На! Куда ты вперед меня-то? Мы прорываемся в город. Вторжение полным ходом. Воу-воу-воу, коктейль Молотова. На подходе, оставаться в открытии. Выбирай наш рюкзак. Если разделимся, не волнуйся. У них в борту не тяжелый пулемет. Я за Нарьеки. Выходи по сигналу. Где еще? Ну так я его не убил, что ли? Так. Ладно. Проходим. Внимание, вот! Они заняли высоту на крышах и в окнах! В укрытие! Так, в укрытие, понятно. А если просто бежать, бежать, бежать и смотаться так в итоге? В конце концов, я им не нянька. Да тихо. Укрытие. Занял укрытие. На крыше фургона. Ничто вижу. Больше не банько. Теперь куда придурок? Надо пройти через парк в центре города. Давай. Вот так вот. Парк находится справа. Впереди наши, не стрелять. Хорошо, впереди ваши, не стреляю. А кто это там хреначит-то так? Где ваши-то? Где тут ваши-то были? Нету тут ваших. Одни чужие, блин. Не стрелять! Нате вам. Блин, так бы через дом бы пройти. На. На. Беги. Блин, да как? Как мне выбежать отсюда? С этой мясорубки. По одному, что ли, их отстреливать? Да, сомневаюсь, что это вариант. А с другого края зайти. Даже не шевелись, кусок говна. Так. Ладно, гранатометчиков сбил пока что. Ладно, идем. Парк. Перестрелка слева. Держись правее купола. Черт, тут не лучше. Давай, давай. Где? Подождите вы, подождите. Так. А вот и церковь. Проходим через борт вперед. Наши парни идут с запада. Не путайте у них под ногами. Давай. Вот так. Да хрен нас там. Пачкой. Спокойно, спокойно, спокойно. Где? Где вы, падла? Тихо, чуть-чуть назад. И снова вперед. Да. Сегодня я буду слушать, наверное, черный кофе. Звездный водоем. Просто нет сил. Нужно успеть за день разыграть сотню дел. Он погиб как солдат? Неизвестно. Только не говори, что его убил этот сраный жертвец. Только не это.
Что, молчать, что ли? Нарьега. Нет, пацан. Мы все пешки. Тут полная жопа. Так, ну жопа, жопа. Не сильно лучше. Так. А я не понял, я же убегал уже. Почти у контрольного пункта. Осталось пара кварталов. Хадсон, проклятие. Идем. Черт его знает, что со связью творится, Вудс. Не переживай, Мейсон, техники вечно лажают. Ай-яй-яй-яй. Помогите. Она серьезно ранена, Мейсон. Вот. Женщине я готов был помочь. На. Куда бежать? Я как понимаю, сюда. Давай, иди сюда. Шкура вонючая. По морде, по почкам. Вот так. С этой минуты тебе даже дышать запрещено без моего разрешения. Давай, вдох. Ой, да. В жопу. А ты этого оружия в жопу засунь. В жопу? До самой ушки. Только что оттуда? Уходи, готовится вертолетный удар. Покинуть. Оу. А я прыгнул. Что, как-то неудачно, что ли, или что? Уходи, готовится вертолетный удар. Давай, да нифига, блин, надо как-то прыгнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вертолетный удар. Давай, уходим. Сваливаем. Так, вот перепрыгнул. Ладно, контрольный пункт впереди. Отлично, жду не дождусь, когда передам этого козла кому-нибудь другому. Ой-ой-ой-ой, да. Там дроны. Чё? Идем. Вот мы на месте. Нас предали, давай. Хадсон, где тебя черти носили? Вы на контрольном пункте. Слик и бородатый. Господа, ваш транспорт вас ждет. Сюда, сэр. Ценный груз все еще у тебя? Да. Так что это за цель Нексус такая? Может быть важнее объекта лжепророк. Просто доверься мне, Мейсон. Ты должен. Конец связи. Так, ладно. Чё, едем? Да, порой я сомневался в приказах. За свой отряд надо отвечать, за всех ребят до одного. Так точно, Фрэнк. Только все не так. Ну не трясись, не трясись. Командование в жопе. Я солдат. Я получаю приказы и выполняю их. Окей, да. Вот, вы на позиции. Мейсон уже на позиции. Перехожу на крышу южного здания. Так, валим. Странная связь. Сюда. Все готово. Ты смотри, я твою жопу уже несколько раз спасал. Ты еще побежишь, да сдохнешь нахрен. За тобой же охотятся, дебил. Никто не должен знать, что я его предал. Его? Хадсон, цель Нексус это кто? Хадсон! Это он, Вудс. Цель Нексус это Рауль Менендес. Ты должен был рассказать, Хадсон. Так. Ты должен был сказать. Мы готовы. Выводи его. Где? Они выводят эту мразь.
Вижу объект. У него даже в ЦРУ есть свои люди. Так. Покончи с этим, Вудс. Стреляй в голову. Ну, это вот... наш был. Батьку, наверное, и завалил его на... его что батьку. У тебя такая рожа довольная? Что за хрень тут творится? Посмотри, кого ты пристрелил. Что происходит? Кореша ты своего завалил. Нет. Нет. Открывай. Мейсон, да. Дурак. Ах ты сволочь! Так. Черт! Менендес. Вокруг одни предатели. Сволочи. Охренеть. Ты меня так будешь по кусочкам, что ли, разделать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо было всех их перестрелять. Алекс Мейсон, твой лучший друг, погиб от твоей руки. Ты понимаешь, почему? Он собирался убить Дэвида. Потому что ты должен страдать, как страдал я! А теперь умрет еще один. Ты, Вудс. Да как же. Дэвид. Парня, так пусти. Через 10 секунд погибнете все. Вудс, я не могу. У меня двое детей. Они... Ты что думаешь? Меня! Давай! Давай же! И пацана же грохнут, на самом-то деле. Вау, колено. Второе колено. Да ты кошмарный человек. Ужасный. Видео не для детей, это факт. Ты будешь жить или что? Так, медальоном зарезал еще, да? Что у тебя за медальон, которого резать можно? Твою жизнь поглотит чувство абсолютной потери. Да быть не может. Тогда и только тогда ты поймешь, что ты сделал со мной. Да, только тогда. Ух, что-то я сомневаюсь. Что-то я сомневаюсь. Я не убью тебя, мальчик. Как и Вудс, ты будешь страдать вместе со мной. И когда-нибудь ты снова увидишь этот кулон. И ты вспомнишь все, что видел и чувствовал сегодня. Ты вспомнишь все эти годы ярости и боли. Вот, парень, это значит, это я. И когда вспомнишь, Дэвид, был. Прошу, приди ко мне. За двоих играл, значит, за старика и за этого парня. Папа! Нет! Папа! Вот так. Папа. Ты ничего не мог сделать, Фрэнк. Ты ни в чем не виноват. Я знаю. Мы, я себя и не виню. Были лучшими. И даже мы не смогли его остановить. Времена изменились, старик. Скоро ему конец. Что ты сделаешь? Ну что ты сделаешь? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.